моим детям, и они отворачиваются от меня. Смотрите, то, что говорит ваш муж вашим детям, не имеет никакого значения. Поверьте мне, сколько бы времени ни прошло, мама будет всегда стоять для ваших детей на первом месте. Старайтесь максимально быть нужными вашим детям. Если там они, допустим, куда-то едут, скажите, давайте я посмотрю за детьми, папа этого не сделает. В случае, если там что-то там праздник, говорите, можно я вам напеку чего-то там, пирожков или еще чего-то. Будьте тем человеком, который может проявить свою заботу. Будьте тем, кто может дать проявленную любовь. Будьте тем человеком, кто может безвозмездно сделать что-то для этих людей. Тогда все будут понимать, на какой стороне ваш папа и на какой стороне вы. В чем моя ошибка в воспитании детей? Говорить об этом уже поздно. В чем ошибка? У вас, по-моему, жизненно похоже на вечное перетягивание одеяла. Нет, я лучшее, нет, я лучший. Кого это интересует, кто лучший? Кого это вообще интересует? Будьте тем человеком. Есть такой фильм, он мне очень нравится, называется «Теплая весна», «Сяо Хуа». Я не знаю, он есть, наверное, на русском языке. Это фильм китайский. Называется «Теплая весна». В ходе этого фильма маленький ребенок, его усыновляет дедушка, очень старый, которому почти 90 лет. Этот дедушка очень плохо себя чувствует. Он живет в семье, где есть невестка и сын. Невестка его всячески презирает, старается отбирать у него еду, этого дедушки старого. Годы где-то 50-е, 40-е, тяжелое время Китая. И вдруг этот дедушка усыновляет маленького ребенка. Ну и так получается, что сын начинает ревновать, а у его жены нет детей. Нет ни одного ребенка. Ну и ребенок, эта девочка, она поступает в школу, семья плохо к ней относится, и там много таких моментов. Один из моментов, когда она делит еду, этот маленький ребенок, голодная. Перед этим они растоптали флажочек, который подарил этот дедушка, потому что они ненавидят этого ребенка. И этот ребенок после школы остается надолго где-то и через 2 часа только приходит. И они врываются к ней в комнату и говорят, да где же ты лазишь после школы, ты негодяйка. И после этого находят баночку. И в этой баночке 1000 сверчков каких-то черных особенных. И эта тетя говорит, зачем тебе столько сверчков? Она говорит, я каждый день перед тем, как прийти со школы, иду на поле и собираю сверчков. Я хочу, чтобы вы сварили из этих сверчков чай. И этим чаем, когда вы будете его пить, у вас появятся дети. И мне бы хотелось, чтобы у вас были дети. Она своей внутренней теплотой, вот этот ребенок несчастный, своей внутренней теплотой сближает всех к семье. Она этой теплотой показывает взрослым, что можно быть человеком теплым, что можно просто так, даже маленькому существу, дать любовь, взрастить любовь и создать вот эти теплые отношения. Когда говорят, кого больше любят, я могу сказать, любят тех больше, кто теплее. Любят тех, кто теплее. Не тех, кто больше дал, поверьте мне, а тех, кто теплее, тех, кто лучше относится, тех,